Ай! Ой, интернет! С вами Локсинейс. И сегодня мы продолжаем играть в игру, которая называется Five Nights at Freddy's Plus. Это уже третья часть. Черт возьми, как быстро летит время. И да, мы уже прошли до четвертой ночи. Обалдеть. Я сам в шоке. Я прошел так много. Я прошел почти все 5 ночей. Мне осталось буквально немножечко. Что ж, давайте продолжать. А вы поставьте лайк, подпишитесь на канал. Потому что многие без подписки смотрят. И да, ссылки все есть в описании. Подписывайтесь на Telegram. А мы начнем. Мы снова здесь. В прошлой части нас немножечко... У меня опять что-то подлагивает. Короля уже сбежала. Привет. Да, я знаю, я тебя слышал в прошлой части. Прошлой части, да. Прошлой серии, но пофиг. Я не очень просто помню, что там было. Поэтому, прости уж, мы послушаем его снова. Что-то не пугаешь, мне не страшно. Угу. Фокси не надо. Угу. Привет. Возможно, один из сотрудников его просто выбросил, так как они никому не были нужны. Угу. Ай, напугал меня, капец. Я тебя закрою, хорошо? Что ж, послушаем. Удачи. Спасибо. Тебе тоже удачи? Ага. Так, хорошо. Чикуни у нас в столовой. Пусть там и находится. Ха-ха. Так, у нас где-то неподалеку Фредди ходит. Опять здесь тусишь? Ну, молодец, чё. У нас, да, скоро сбежит. Ха-ха, согласен, смешно, капец. Я сам в шоке. Так, в прошлой части нас вот это вот чертило немного, да? Того. У меня чувство, словно он сейчас ко мне подойдет. Не Фоксян? Ай! Мое предчувствие меня не подвело. Окей. Фу. Хорошо, ладно. Бывает. С кем не бывает, хорошо. Понял. Если, да, если Мишка рядом, то да, стоит бояться. Да, я понял. Мне так смешно стало. Не знаю, чему я радуюсь. Я не верю, что вам так сильно зашел FNAFES, потому что... Вы его стали так сильно выбирать меня в телеграм-канале. Да, у меня есть телеграм-канал. Кто до сих пор не понял, подписывайтесь. Потому что он без этого вообще как бы никак, да. Ссылка, если что, у него в описании есть. Шо встал? Куда сбежала? Куда? Тут стоишь? Нет? Реально нет? Прикольно. Тут стоишь. А, тебя здесь штырит. Ну ладно, пусть штырит. Так, Фокси у нас хочет... рвануть. Гром гремит. Ты боишься грома, я вижу. Ты трясешься весь от него. Настолько страшно. Фоксик готовит бежать. Это меня больше всего пугает. Ну и Фредди. Который меня знатно скриманул. Ну окей, в принципе ничего нет. А чё по Чике? А, по Чике тут все нормально, да. Так, ты тут у нас сейчас? Нет, он не тут-то. Прикол. Ты тут у нас. Давай, пугай меня. Очень страшно, ты сейчас тут-то. Да, привет. Подожди, я свет выключу хотя бы. Вот, все, сиди там. Чтобы ты мне не мешал. Ты сейчас все равно уйдешь оттуда. Да, вот, ты уже ушел. Все. Отлично. Развел как лоха по ним. Куда? Фокси! Ты че, офигел?
Братан, ты чё, офигел? Ты куда? Рванул-то. Ты что? Я посмотреть хотел, где у нас... А, да? Правда, что ли? Вы где тусите, я не понял. А где они тусят? Пошел ты, знаешь куда? Я тебя знаю. Ты меня уже один раз напугал сегодня. Какой ты стрёмный, на самом деле. Да. Так, Фокси опять у нас готовится к контрол-атаке. Контрол, да. Мне главное волнует где. А, это Фредди, да. Окей. Я не понимаю, как мне отследить, когда он подходит ко мне? Типа, он... А, понимаете, он звуков никаких не издает, когда он подходит? Ты куда торопишься? Он никак не намекает на то, что он реально подходит ко мне. Так, это сейчас короля... Вот она. Я уже понял, как это все тут работает. Будешь ржать, я по IP вычислю. Так, короля быстро переметнулась в другую комнату. Мы двери можем открыть. Меня больше пугает Фредди, потому что он тут... Он там пляшет по-лютому, да. Ну и Фокси немножко, потому что да. Потому что он может бежать в любой момент. Это не очень приятно. Получается, в этой комнате у нас находится... Что у меня с компьютером? У нас в этой комнате находится марионетка. Было бы не очень приятное зрелище, если бы... Если бы, да. Если бы она такая резко очнулась бы. Тух, тух, то куда? Ха-ха. Смешно, капец. О, Чика, а я тебя искал как раз. А, ну, подожди. Двери закрою. Ты давай беги, стой, 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 я скипну, чтобы ты мне не тормозила. Смотри, ты подбежал, двери закрыты, и чё? Зайдёшь, нет? Ты не зайдёшь, всё. Звезду отсюда. И больше никогда сюда не возвращайся. Так, ты где? Ага, понятно. Баняш там стоит? Ну пусть там стоит, в принципе, я не против. Ничего против него не имею. Если бы, конечно, он на меня не нападал, бы вообще ничего против не имел. Ну да. Я искренне надеюсь, что я сейчас пройду. Было бы очень хорошо. Так, Чик у нас лазит в столовке. Страшно, капец. Напугал. Так, ты там опять музицируешь? Ну, в принципе, я не против. Делай, что хочешь. Главное, меня не трогай. А, кстати, у меня 11%... 10%! Я только сейчас заметил. Нет, я надеюсь, я выживу. У меня есть шансы. Небольшие, конечно. Так, ты тут, а? Я знал, что ты там стоишь просто. Я уже чувствовал, понимаешь? У меня уже свою миндальная связь. Я уже понимаю, когда там... Куда... Фу, да. Вы поняли. Так что, да. Так что я уже знаю, когда ты... Ну, чё, ну да, 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 конечно. Ой-ой-ой, как страшно. Подожди, а где Фокси, кстати? Мне стало резко интересно просто. Понимаешь? А, правда, что ли? Я старался. Честно. Так, окей. Какой ты стрёмный. Обалдеть. Я даже глаз... Я глаз не закрывать не буду. Нет. Я хочу увидеть скример. Пожалуйста. Ночь, закончись. Пожалуйста. Давай. Прошу. Мы прошли. Мы прошли. Балдеж. Вот так вот. Это слишком было просто, чтобы это не пройти. Понятно? Да? Пятая ночь. Идемте на пятую ночь. Это будет просто. Что ж, все, мы идем в офис. Сейчас будет весело. Так, я готов. Фу. Блин, напряженка. Меня напрягает немножко. Ну как немножко? Довольно сильно напрягает. О, ну, ну да, ну привет всем, да. Я понимаю то, что вы там... Сегодня последняя ночь. Я все понимаю, но могли на меня не пялиться. А, ну, конечно. Если не пялиться, то мы
убежим, да. Спасибо. Погоди, а он говорит что-то? Окей. Будет прикольно, если он резко завяжет в микрофон, либо еще что-то. Попытается меня на Фокси, ты чё, куда ты так быстро торопишься-то? Так, я слышу, как там уже Фредди тусит. Поэтому я заранее закрою. Мне очень хотелось бы, чтобы он на меня накинулся. Чика уже здесь? Так быстро? Ага, и этот черт уже здесь. Понятно. Что-то вы быстро, знаете ли? Ой. Не пишите, пожалуйста, мне в этот момент. Потому что я и так немного напряжен. Так, подожди, я закрою дверь. Ты не против, надеюсь. Я опять подлагивать будет, простите уж. Ничего не могу сделать. Ага, давай, давай, открой еще двери. Попытайся. У тебя есть это... да? Но ты не сможешь этого сделать. Кто опять ходит? Кто такой умный? Кто там ходит? Кому ноги оторвать? Привет, как дела? Что делаешь? Пока. Все. Ты мне надоел, ты некрасивый. А, ты уже здесь, да? Ну, люто ты, конечно, перемещаешься по локации. Мне бы так уметь. Ой, страшно. Ой-ой-ой, боюсь. Напугал меня до смерти. А, ну ты здесь. Ну ладно, ну и стой, в принципе, там, я не против. Меня больше всего настораживает Фредди, на самом деле, чем ты, знаешь ли. И Фокси. Потому что они вот тут самые... Ну, блин. Ну, куда он тут торопится? Я знаю, что уже здесь, я знаю, как примерно работает твоя система. То есть я буду на тебя смотреть, ты медленно будешь ко мне подходить. Я уже прошаренный в этой теме, да? Потому что я уже знаю, как это работает у тебя. Так что не пытайся. Ну, либо ты просто попытаешься ко мне незаметно подойти... Да, вот, он сейчас медленно перемещается по локациям. Он уже здесь стоит. Ну да, он сейчас, теперь смотрите, он вот здесь, короче. Типа это, ну, это предугадывается легко. Это... Кошка мяукает. Это предугадывается легко, абсолютно легко, понимаете? Тут не надо быть гиперумным, чтобы понять то, что... Как оно все работает. Это слишком просто. Че по Фокси? Фокси сейчас побежит, короче. Врезайся в дверь. Даже не постучался. Обидно, блин. Обидно, блин. Так, давайте королю быстренько скипнем. А где короля? Короля у нас здесь тусит? Ну пусть тусит. Я дверь открою. Пусть тусит. Там у нас где-то тусит Фредди. Короля опять куда-то сбежала. Да не мявкай, пожалуйста. Ты мне мешаешь немножко. Привет. Пока. Все, ты ушел? Будь добр, спасибо. Все. Отлично. Я уже не боюсь, реально. Я уже вообще не боюсь ФНАФа. Я уже настолько, да, преисполнился в этой игре. То, что я уже ничего не боюсь. Вот настолько, да. Я уже знаю примерно, когда сейчас побежит Фокси. На 4 часа у нас есть большие шансы на то, что... Да. Да. Ну будет фигово, знаете, если сейчас такой Бонни придет и нам, короче, заблокируют вот эту вот штуку, чтобы закрыть дверь. И тогда как раз на нас побежит Фокси, это будет очень не очень, знаете ли. Очень не очень, потому что он уже блокировал. Фокси, подожди. Опа. Не, ну вы опа, ну конечно, дурачки. Вы немножко оплошались, знаете, честно, правда, вы оплошались. Будем честны. Я тоже оплошался, у меня 5%, я думаю, я не выживу сейчас, и будет скример жесткий. Я ж не вытяну, нет. Да куда? Да пожалуйста, нет. Я закрою дверь напоследок. И вот так вот встану, вот, в надежде, что я выживу. Надежда всегда умирает последней. Меня пугает его лицо. Фредди тут прям стрёмным сделали. Это просто жесть. Посмотрите, как он стрёмный.
Куда так резко-то? Кто куда, а я не сдамся. Я буду биться до конца. Я надеюсь, что я пройду сегодня все 5 ночей. Да, я не особо рассчитываю на 6-ю, на 7-ю ночь, потому что, да. Потому что я такой. Потому что я, наверное, их не осилю. Ой, вы опять на меня смотрите, да? У меня вопрос. Типа, работает, но при этом нет. Ну, вы поняли. Ага. Ты где уже, короля? Ты чё? А, ну понятно. Ну ладно. Окей, хорошо. Дело, конечно, твое. Страшно. Ой. Пипец как. Фредди, ты опять там где-то? Тусу разводишь. Или мне послышалось уже? Я, наверное, уже схожу с ума. Ха-ха. Еще какие ха-ха. Привет. Пока. Мы с тобой не подружимся. Ой, да вы чё, блин, меня окружить решили? Ничего себе, вы умные. И Фокси, смотрите, еще и Фокси сюда бежит. Фредди только не хватает. Так, она ушла. А тут у нас Фредди музицирует. Так что только тут открываем. Потому что фиг его знает, что он на нас накинуться может. Я, кстати, не очень понимаю, когда именно нам нужно его бояться, потому что, да? Фредди я вот именно пока что не понял. Я понял, как работать с Фокси, я понял, как работать с королей. Я понял, как работать с курицей, но я не понял, как работать с мишкой. Вот что он на меня так лазеет? Но, скорее всего, когда он именно подходит туда, он на нас нападает. Потому что иначе я не понимаю. Он просто не высовывается, знаете? Он типа самый тут умный, он самый гений вообще по всей вот этой вот системе ФНАФа. И он понимает то, что ему не нужно высовываться, потому что если он высунется, я закрою двери. Он прошаренный просто очень. И он делает все очень быстро и ловко. Типа иначе это не объяснить. Никаким образом. Вот, смотрите, он там встал. Привет, короля. Пока, короля. Привет, курица. Да, они что, меня окружают? Вы заколебали? Так, сейчас Фокси, смотрите. Да! Реально? Вы чё? Вы чё, с ума сошли? А, подождите! Какого? У меня... блин, я забыл эту механику. Я только сейчас заметил. Во ФНАФе механика та, которая, то есть Фокси прибегает, бьет ее по двери со злости, потому что ты его, кошка меня пищит, блин, заклепала. Потому что ты его не пускаешь, и он за это отнимает у тебя энергию. Я забыл совсем об этой механике, поэтому пройти тут будет довольно сложно. Получается, нам нужно явно дирижурить Фоксина. Потому что если мы его не будем дирижурить, то ну все, ну капец. Звезда нам придет. Наверное, я правильно понял тактику? А в смысле, а как мы должны его дирижурить? Я не очень понял просто. Но в любом случае, если мы даже на него обращаем внимание, он же... Да ты заколебала мявкать! Он в любом случае... Она мне отвечает еще там что-то. Так, стой, там короля может быть. А есть вообще какой-то способ, чтобы типа, ну... Так, сейчас, подожди, я закрою дверь, потому что я знаю, ты тут у меня стоишь. Да, привет. Ага, у меня 4 часа, мне нужно каким-то образом протянуть. Я, наверное, знаю как. Смотрите, мы ни в коем случае не смотрим на ту камеру. Но и двери при этом мы открыть не можем. Как-то сложно. Потому что если он сейчас стукнется здесь об дверь, получается то, что, ну, да. То есть, ну, звезда. Блин. Довольно сложно. Я не очень понимаю, что мне делать, потому что, да. Если я сейчас гляну на ту дверь, у нас Фокси рванет.
А, ну в принципе, да, у нас не было шансов, он в любом случае рванет, и он в любом случае мне вырвет немножко. Что? Чё? Брокер? И чет рели реал ру ю что? Нет, конечно, я переведу, скорее всего, это все на экране, вы это все видите перевод, но брат, что за там? На экране вы в любом случае видите перевод, потому что я это, скорее всего, перевел все это. У меня это все на английском, поэтому да. Это типа мини-игра или что это? Это секретка? Там была марионетка, вы это видели? Она вышла оттуда. Прикол. I always come back. Пожалуйста. Что-то там? Save me and save my... Сохрани меня и сохрани мою семью. Угу. А ты можешь, пожалуйста, давайте на русском. Спасибо тебе. А, сейчас скример, да, будет? Сейчас скример будет. Погоди, что? Мы чё, прошли, что ли, с вами? Мы чё, прошли, что ли? Да ну. Да вы шутите. Погоди, нет, мы не прошли. Погоди, что? Мы секретку открыли. Прикол. А, ладно, хорошо. Хорошо, ребят. Либо мы прошли, либо мы открыли просто секретку. Я точно не знаю, я постараюсь в этом убедиться, но... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом пока что все. Все ссылки есть в описании. На телеграм подписывайтесь, комментарии можете оставить. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребят.